Мимикрия – сходство одного биологического вида с другим или с объектами окружающей среды. Феномен мимикрии был отмечен у огромного числа видов животных и растений. Мимикрия полностью зависит от окружающей среды. Например, мухи в процессе эволюции приобрели полосы, чтобы быть похожими на жалящих ос. Если бы ос не было, то мухам пришлось бы в процессе эволюции принимать вид другого опасного вида. В мире биологии описаны примеры не только сходства внешнего облика, но и имитации звуков, запахов, форм и даже поведения, характерных для другого вида. Мимикрия – это способность животных приобретать окраску и даже форму тела, похожую на безопасных животных, на опасных животных. Да? Это связано с процессом эволюции, когда возникают разнообразные формы за счет мутаций, и те формы, которые больше похожи на опасных животных, в результате они не съедаются и приобретают преимущества. И постепенно накапливаются те гены, которые определяют форму тела и окраску этих животных. Если вы думаете, что мимикрировать могут только представители животного мира, то спешим огорчить вас. Растения тоже мастера маскировки в стиле мимикрии формы. Вы когда-нибудь ловили когнитивный диссонанс от крапивы, которая не жалит? Это вас разыграла яснотка белая. Она выглядит совсем как крапива, однако не имеет жгучих волосков. Поэтому это растение получило второе название – глухая крапива. Также очень интересно и красиво явление коллективной мимикрии. К подобной форме обмана часто прибегают животные небольших размеров. Сбиваясь в кучу, они визуально создают образ более крупного и опасного животного, чем защищают себя от угрозы. В пример можно привести поведение мелких рыб, которые собираются в плотные стаи при появлении опасности. Хроматофора, где синтезируются разные пигменты, и в результате получается несколько слоев. И когда у нас меланосомы перемещаются, вот здесь меланосомы находятся внизу, здесь они поднимаются вверх и в результате закрывают те яркие клетки, которые синтезируют зеленый или желтый пигмент, в результате изменяется окраска. С фермента тирозиназы начинается биохимический путь синтеза меланина, а экспрессия этого гена может реагировать на температуру. Есть формы тирозиназы, которые зависимы от температуры. При отрицательных показателях они работают и производят пигмент, а при высокой температуре, наоборот, не производят его. В результате в окраске гималайских кроликов, сиамских кошек идет потемнение на кончиках лап, ушей, носа и хвоста. Это связано с тем, что фермент тирозиназы начинает работать в наиболее остывающих частях тела. Элина Александрова, Резида Каримова, Богдан Цвященко, Универ Новости.